Всем привет! Сегодня мы будем смотреть постройки злого гуся. Ну, давай я хочу это. Это самое красивое. И у этой самой красивой, самая лучшая эта подвеска. Ну вот, может ехать тут. Там, сейчас попробую. Что-то слишком маленькие дорожки тут. Не заедешь. Вот трамплин тоже проезжает. Попробую туда, наверх. Дорожку. Нет, я говорю то, что пошире надо делать. А то тут пока заедешь, упадешь уже. Так получше. Ну зачем ты вот это сделал? Я туда и так заехать не смогу. Так, ну, сейчас. Чтобы ты смог заехать, не сделал. Вот подвеска. Ой. Так, ладно, давай ты поедь лучше. А? Что ты сделал? Не, надо я было... сделал шире. А самую главную не расширил. Там наверху оставь. Какую? Ну, по которой вот это заезжать. Ну, тут же вот так не переедешь. Ну, тут помучиться надо. Все, помучился. Может, меня гарпуном сделаешь лучше? Сейчас. Я думаю, себя лучше гарпуном вытащу. Сейчас. А лучше ой, вот так. Ой, ё-моё. Всё зависло снова. Угу. Я сейчас на ракете лучше полечу туда. Не получается у меня заехать. Ну, больше у меня постарают. Нет. Ну, есть, только... Нет, стой, мы же еще... Я же не доехал. А? Я же не доехал. Не, у меня не получается доехать. Помоги мне! У меня у самого ни разу не получалось. Че, реально? Да. Зачем ты это оставил? Не знаю. Я даже сесть не могу на стул. Что со мной? Я на месте хожу. У меня все зависло. А ты куда-то исчез? Сейчас перезайду. Я перезашел, чтобы у меня не было лагов. Сейчас буду туда пробовать заехать. Так, где мой джипик? Все, оставь так, ничего не меняй. Я хочу честно заехать. Это? А? Я хочу честно заехать, на честно. Ну вот так же честно, да, как ты сейчас сделал? Ну да. Может тебя помедленнее сделать? Ну, конечно, было бы неплохо, потому что я тут улетаю. Но нет, надо же вот тут заезжать, тут не заезжается тогда. Блин. Нет, не дыши. Отойди, уйди. Гарпуном меня чай, прицепи. Я тебя спасу. Спасай. Спасу. Мне опасно тут находиться. Блин, что ты сделал? Заново загрузи, короче. Колеса под землей находятся. Это вообще что такое? Как лагает-то жестко. Снова расширить? Нет, не надо расширять, я хочу честно. Расфиксируй. Скорость поменьше. Расфиксируй. У меня лагает. У меня тоже. Я на автоматик поставил. Все, давай. Давай. Я говорю, а стоп, у меня если в настройках перемещение поставить click to move? Типа куда кликаешь, туда идешь. Там правильно заедет? Я не знаю. У меня на кнопки не нажимается. Да, посмотри. О, он правильный маршрут делает. И не падает, главное. Прикольно. Вот, он снова идет, смотри. Кнопки заработали. Кнопки видишь, заработали. А если вот так, то он идет в обход. Все, давай. Сейчас я tap to move. Ой, он не едет что-то. Нет, на этом не работает. Ты на машинах не работает, как обидно. Ой, подожди, я скорость понизу забыл. Давай, то я сейчас свалюсь отсюда за 5 миллисекунд. Теперь как тараканчик. А, опасный момент. А. Давай, ты тоже пробуй, другую машину возьми и заезжай. Другие машины не заезжают. Почему? Скорость им побольше поставь. Слишком слабо колеса. Плюс не знаю что. Тогда дюбни мою машинку себе возьми. Нет, скорость. Управление. А нет, я заехал. Ничего не меняй. Я первый в мире, кто сюда заехал. Ну, как сказать. Ну, сюда же никто не заезжал больше. Ты же пробовал, у тебя сейчас, не получалось. И сейчас у тебя... Я не хочу, я столько накручивал. Нет! Блин, неэпично. Ну, короче, я забрался. С какой попытки, не знаю. Так, скорость побольше поставь. То я... скорость. Все, на максимум поставим. Удали трамплин. Спасибо. Ща я буду... Вот это... Ой, блин, вот таранчик. Это... Ё-моё. Ты что делаешь? А, вот это вот машина, на которой сейчас я езжу, самая первая. О-о-о. А машина, на которой ты едешь... Самая новая. Последняя. А можно мне сейчас эти другие машинки посмотреть? Да, конечно. Конечно. По идее, тут я могу вот так ехать. Ой, дай я к тебе сяду за турельку. А турелькой можно управлять? Ну, крутите, все. Ой, ё-моё. Нет, не меняй, не меняй, не меняй. Пожалуйста, не трогай, не трогай. Дай сяду. Сейчас из тебя фарш сделаем. Все, давай. Фарш из тебя. Весь
как же весело. Ага, это каруселька высшего класса. Лучше сейчас такой мы еще красивее будем. Нигде нету. Другую машинку это посмотрю. А? Другую машинку посмотрю. Давай. То давай. Смотри. Не, реально тут подвеска есть. Пу. О, машина, что за магия? Ты видел? Да. А ну, это что было? Что я это? Что? Машина. Беспредел, короче. Ну, давай смотреть следующую постройку, если она у тебя есть. Смотри. Смотрю. Хеликоптер. Ой, ладно, давай дальше. Есть вертолетик, на который я особо раз не парился, вспомни... я просто механизм проверить хотел. Раз можно... мы этот начали говорить про хеликоптер, то нам нужно посмотреть хеликоптер. Что за магия? Нажимай реально... да. на F, чтоб вперед ехать. И на английскую E, чтоб это более-менее ровно зависало на них. Чтоб куда? Нажми, ну, короче, нажми на E и все. На Z, нажми, наверное. Нажми еще раз это, на F, чтоб остановиться. Так, на E? F. А, вот, а это остановка? А вот это не остановка. Да зависнуть в небе, это вот так. И можно гарпуном всех ловить и скидывать за просторы. Так, тогда ты этот, падай давай. Ой, и сейчас я тебя поймаю. Где ты? Я помер. Ты живой, там сиди. Я на базе, я на базе. Стой там. Давай, выходи на биополе. Стой там. Стою. Авиация. Ай, ой. Прям кепку. Все, я тебя схватил. Нет, не надо. Надо. Сейчас. Я в черной команде. Как? Я ладно. Я прилетел в черную команду. А остановиться как на вертолете? На F. Нет, типа топливо нажми... выключить, чтобы остановиться сначала вообще. Сначала нажми на F, потом на кнопку. На кнопку? Он реально работает. Ну все, давай смотреть следующую постройку. Есть. Да. Какую же постройку? Чего не взлетает? Хотел показать эту постройку на конкурсе роботов, но перехотелось. Показал другого, более лучшего. Вражеского робота. Но грузовик был красивый. А это тот же самый робот? Нет, только военный. Немного другой. На а Z, военный. На Z и X. Подумать башню. Боевой робот для прохождения билда. На английскую. Тут вроде пушка должна подниматься. Да. На это Z и X. Мы на Z и X. Да. Мы еще поршни не видим. Не поднимается, не работает. Пофиксили. А, вот. Поднимается. Ду. Я лечу на ускорителе к тебе в гости. Я жду. Жди, я никогда не прилечу. Жалко. А я хотел тебя конфетками угостить. Ой, давай, я иду. Жди там. Жди там. Я буду карабкаться, но я выживу. Жду. Не, у меня не получается. Ну, ресетнись. Ресетнулся. Вот тебе конфетки. Так, ну... О, что так много? Следующую Нет, постройку. Да. Это следующая постройка? Нет, следующую постройку показать. Ну, покажи. Отойди сначала. Ой. Не, это тот грузовик, который посмотреть. Что за фигня? Ну, а, блин. А что там на большое? Я, похоже, нечаянно удалил эту постройку. Ну, бывает. Ну, ладно, давай другую загружу. Только она не доделана. Да что? Это заброшенный город. Где уничтоженный. Как он может быть заброшенным? Ну, ладно. Тут, тут есть секретная база, попробуй найди его. Опа, нашел. Нашел, да, реально. Так, тут есть кнопка, которая закрывает дверь. Сразу говорю, она не доделана. Она не открывается больше. Ее можно было закрыть, но открыть уже нельзя. Ну, есть план Б. Помоги. Дальше. Тут есть дверь. По ней проходишь по коридору, куда попадаешь. Этаж второй, лаборатория, давай лаборатория А. Нет, туда не идеально не построено. Не, прыжок бездну еще рано совершать. Лаборатория Б только достроена. Где? А, вот. Опыты можно проводить? Mm. Давай, заходи в камеру. Сейчас будем проверять кнопочки. Ты посмотри там на лампочку. Смотри, за камеру. Блин, с камер? Реально заскамил. Посмотри на лампочку. Я смотрю на лампочку, думаю, что у лампочки такого, ты дверь закрываешь. Где кнопка, чтобы дверь закрыть? Чтобы закрыть дверь, нужно зажать кнопку. Все, ты заскамен.
А она больше не откроется. Я отжал кнопку. Нажми на это. Иди. Какой F? Где тут F? А. Нет, начнем эксперимент. На... Да. Не надо. Вот эта панель тоже работает. Синяя. Тоже закрывает и открывает дверь. Так, ну я начну тогда. Что первая кнопка делает? Ничего. Они просто... Просто так для ты. За камень. Выходи. Я тут. Пошли в другой отдел. Тут ничего не взрывается. Ну, ничего не рубится. Больше ничего нету. Больше нет. Ничего о, не сделано. Этаж второй. А вот тут уже время. А нет, комнаты. Ладно. Ой. Ну, прыжок в бездну. Больше еще чем показывать или нет? Ну, на этом все. Больше. Ну, есть постройки, но. Ну, сам город-то так-то и не посмотрели. Ну, в городе тут только разрушенные дома. Скорее всего, от бомбардировки. Возможно. Только как бомба туда попала. Ну ладно. Тут всё, секретка, еще должна быть, но тут почему-то съехала. Тупо съехала вот этому. Как это? Сейчас все исправим. Надо в другой команде, наверное, это делать. Да. Сейчас все исправим. Еще раз, еще. Топ-секрет. Все исправим. Короче, типа тут продолжение травы такое идет. В определенной команде будет работать правильно. Тут заходишь, тут секрет. Даже сверху закрыто. Ну, все. Типа человек, который не знал, что это постройка, подумал, что он нашел настоящий секрет. Ну все, идем сюда. Спасибо за то, что посмотрел мои постройки. Подписывайтесь на ухо. Всем пока.